Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем пройти игруху под названием Borderlands 2. Окей, я так подумал, давайте, наверное, мы с вами слетаем в убежище. У нас остается с вами, в принципе, только одно DLC. Ну, я еще только не знаю вот одну вещь. Либо я сейчас начну DLC, либо я продолжу добавлять видео в основной плейлист данной игры. Почему? Ну, мы зашли на как... Куда-то тогда телепортнулся, да? Добро пожаловать на черный рынок! А! Никому не говори про меня. Я вот не знаю, что мне прокачивать. Типа, либо этот пистолет, либо автомат. Типа, я могу и снайперку улучшить сейчас с дробовиком. Ну тут, блин. Вот, вот этот, что это у нас? А, это у нас не автомат, это у нас эмочка. Да? Ну, ты купишь что-нибудь или нет? Давайте, я думаю, куплю, типа, почему нет? Так, хорошо. Нихера у меня патронов там. Ох. Это у нас что, автомат? Давайте, наверное, за 50 все-таки что-то вкачаю здесь. Я думаю, либо дробовик, либо снайперку. Да, давайте дробовик на 20 патронов повышает, да. Давайте дробовик. Можно бомбу прокачать. Вот так вот. Вот так вот. Потому что мы с вами все равно сейчас еще плюс автомат юзаем. А, что у меня по инвентарю? В принципе, две базуки, одна взрывает, одна поджигатель. Я не знаю, стоит мне их еще оставлять или нет. Ну, пускай, я думаю, лежат у меня. Хорошо, у нас в бар кратер так южными. Разбашенность, южная петля. Я не... Южная петля... Я не помню, на самом деле, где это была локация. Я помню только, что мы тогда -то просто телепортнулись. И у меня была закрыта там зона, ну, а это она есть, все. Добро пожаловать на арену. Вы можете найти меня по следу из слез и блевотины. Рвотные массы принадлежат лично мне, так что советую повернуться ко мне спиной. Давайте чисто посмотрю, что здесь хотя бы. Если это обычная арена? Ты мне поможешь, я тебе заплачу. Вот так все просто. Цифровой пик. Эти ворота – проверка твоего интеллекта. Хватит ли тебе ума, чтобы открыть их? Давайте я посмотрю просто, что здесь. Мне кажется, навряд ли-то. Поздравляю. По стандартам Пандоры, ты гений. Все? Так быстро? Блин, я просто хочу узнать, здесь типа я должен от волн защищаться или нет? Великолепно. А вас ждет курс обучения, так, кровище и... Давай, рассказывай. Технологии цифрового создания и жирных пальцев скутера, об этом лучше не думайте. Я создала вот эти боевые испытания. Если вы их пройдете, то будете готовы к встрече с новой Пандорой. Мощными врагами, роскошной добычей и горой плавленого сыра. Год выдался интересным. Ну все, пойдите прочь. Ну да, это все обычная все-таки арена. Тогда я это делаю так. Так, давайте сразу задание запихну в F-очку. И-и-и-и-и. Остров Трахбах, самоходный завод. Хейтерс Фолл, ржавь, очищенная, это грот охотника, грот, скалат, ущелье, магазин, скромный порт. Скромный и не слишком значимый порт. Поехали. Все-таки у нас долцы. Давным-давно. Искатели хранилища играли в одну игру. Мир на грани Бахтрах. Это есть наш последний отчетливый шаг. Если мы дойдем бой прямо здесь и сейчас, то умрем. А теперь...
Кидаем инициативу! Что за инициатива? В каком порядке это все делается? Я бью инициативу. Что здесь происходит? Я отвлекся. Тина, давай еще раз. Дамы и господа, добро пожаловать в самый клевый в мире бункеры и безбашенные. Я ваш мастер бункеров, и сегодня я отвечу в мир... Стоп! Какого хрена мы играем в игру? Ну зачем? Потому что заткнись в свой рот! Дина, кстати, она права, заткнись. Пока внизу наши товарищи искатели выбирают двери из агента Гипериона, мы могли бы поиграть. Давай выберем персонажа. Тут здесь микроволновка, специалист и... Еще раз сирена. Ее зовут Брик, и она красивая всех. Дина, давай сразу начинаем разбираться будем потом. Да ладно, ты же знаешь, что мы должны сначала разобраться в правилах. Я не понимаю, слишком быстро говорит и пропадает титры. Тина, Роланд, ты знаешь, что Роланд не придет, да? А, ну да, наверное, он опаздывает. Ладно, начнем. Итак, как я и уже сказала, кидаем инициативу лазеры! Крошка Тина штурмует обитель дракона. А да, как вы поняли, это у нас настольная игра. Вы прибыли в порт убежища Огненный Камень. Раньше здесь было очень красиво, до того как красавчик-волшебник все испортил. Давай подумаем город и все так осмотрим. Сегодня убежище Огненный Камень очень мило, совсем не так, а как... Погоди, ты же сказал, что волшебник все испортил, почему ты так мила? Ой, я хотел сказать, что в городе вечно ночь. Звучит жуткая музыка, воняет какашками и трупами. Похоже, здесь пахнет какашками и трупами. Ну, вы поняли, да? То есть здесь довольно прикольно. Здесь уже новые урны у нас пошли. Вот, вот это, ребят, последние DLC, которые у нас заключительные, считайте. Здесь мы, по сути, не увидим обычных врагов. А только... Сколько у меня там патронов? Да хера у нас патронов. Неожиданно на нас нападает толпа скелетов. Они начинают на вас стрелять. Замечу, они стреляют на нас с лука. Ладно. Ай. Будем юзать автомат. Замечу, что я шлем сначала сношу. Ой. Потом попадаю в голову. То есть здесь снайперка не очень такой хороший друг. Поэтому лучше юзать буду автомат. Трупы, какашки и все такое. Да хорошо, что я автомат все-таки прокачал. Единственный минус здесь это... О. Скелет воин. Агрессивный скелет воины. Ну, это, скорее всего, обычные психи. Вот, блин, я... Тебя... У него двойной шлем был? Серьезно? У него двойной шлем был на голове. Но музыка, как бы, та же самая, как в первой борде. О, не в первой это. Ну, в начале борде. Ну, слышите, в принципе. Вы уже почти ухода в убежище Огненного Камня, но внезапно... Появился ручной дракон красавчика-волшебника! Это засада! Ха! Пахнет чем-то. Вы пытаетесь атаковать дракона, однако не можете в него попасть. Дракон атакует и...
Критический удар! Great. Супер! Ну и что теперь? Тина, не стоит начинать кампанию с боев, в котором игра не могут победить. Тише, ладно, все назад. Оу, да. Я хотел кого-нибудь убить. Ладно, тогда сделаем нового босса. А он скелет. И его зовут мистер Костяные Штаны. Я мистер Костяные Штаны. А, нормально? Зайка, начинаю убивать. Ну, отлично, дорогой убежище, ко мне открыто. Вам стоит пойти туда. Давай, давай. Ну, здесь хотя бы... Ну, блин, это понятно, что для моего уровня дают вещи. Скелетики, да? Не, ну вы видите, типа автомат тоже хорошая вещь здесь. Довольно быстро разносит. У нас плюс даже с вами патронов немного. Ну как, очень хорошо. Многовато. Но желательно бы их находить. Бессмертный скелет. Но здесь нужно, как вы видите, по мячу. Мы вытыкиваем меч, и он вздыхает. Все. Ну, это обычные эти. А, я думал, это двойной шлем у него выпал. Это у него просто этот... Башка слетела. Я думал, классно. Двойной шлем. О, ништяк. А, замечу, что типа мигает, что опасно, да? Но у меня типа не... Я не улетаю никуда. Жаль. Ладненько, возвращаемся. В обитель. Каменное убежище. Давайте в эту сторону. Каменный голем. У него критическое место, это его центр. Ну, хотя бы за него много дают. Хорошо. Возьмем снайперку. Ну, блин, у него все равно как бы очень много хп. Но понимаю, что слабое место, это у него туловище. То, что там дырка в туловище. Так, давайте по карте сразу покажу, какая здесь у нас локация. Ну, она... Кажется, большой. Не знаю, большая она. Да, она крупная. О, и жетончик есть один. Урон, урон, шанс урона стрельбы. Нам нужно урона стрельбы вкачивать. Так, сейчас здесь поднимемся.
Я говорю, поднимемся. Классно. Мне придется все так оббегать. Да. Почему я не могу тут запрыгнуть? Ай, как бесит. Ладно, пойдемте в город. Хотя бы здесь подъем есть. И это радует хотя бы. Я между домами смогу пройти? Смогу. Круто. Но это те же скелеты, что на нас тогда нападали. Ну, как вы видите, здесь много урона. По мне. Да, в портик мы отправились. Опасное место. Хорошо. Дробовичок. Чок-чок. Урны. Ну это понятно, это новый у нас. Тихо. Оп. Блин, не знаю, когда уже наконец-то выйдет следующая часть. Так. Готовы, изи. Да, хорошо, когда много очень патронов у нас. Что я максимум прокачал. Привет! Что вы хотите сказать, вы меня пропустите? А заметьте, что он стреляет туда, куда я... А не... Он как-то странно стреляет. Вот это единственное, что меня бесит, это защита их, не головы. То есть он защищает от одного попадания в голову. Для меня это жестко и так попасть в голову. Для меня это и так сложно. Так, мы можем либо сейчас пойти исследовать вокруг острова, а либо мы можем с вами пойти просто дальше по прямой. А здесь вот я не знаю, что делать. Готово. Сколько урона? Блин, ну он не сравнится с моим. И плюс мне нужно, чтобы там не было эффекта. Вау, вау, вау. Ну видите, вот белый, но он... Он слабый, он слабый. Мне нужно мощное. Мне нужно мощное. Так, здесь что у нас? Здесь ничего. Так, я вижу голема. А куда там тропинки? Что-то, давайте тогда перейдем в локацию. Ролевая игра у нас называется вообще вот миссия. Но это и понятно почему. А, в убежище и еще кто-то, как она там назвала? Убежище огненного камня. Убежище и драконы — это то же самое, что аналог пещеры и драконы. Типа, есть такая ролевая вообще игра в жизни?
задворка огненного камня. Вы вошли в город-убежище огненного камня. Вы видите городских стражников, держабли, они высматривают злодеев. Все такое. Что будет делать дальше? Прекратить играть? Давайте поговорим с местными жителями. Отличная идея. Грант, идея. Так, огненный камень. Житель убежища огненного камня. Волшебник признал грудь моей девушки мечом. Вот облом. У меня была прекрасная грудь. Я переехал сюда, когда волшебник спалил свою дочь. Я не стану работать волшебника. Лучше смерть. Королева пропала. Может, ее телохранитель Леонардо знает, что творится. Если королева не вернется, мы никогда не увидим солнце. А похоже, придется разыскать эту Элеонору. Элеонора. Заметьте, как здесь автоматы выглядят. Ну вот это ладно, это два новых вида автомата. Вот этот мы с вами уже видели наподобие такого в... Без... Как, что она говорит? Королевская... за пушки. Пока. Ночь длина и полна сокровищ. Магия ж магия. Ничего лучше пушки и под рукой. Вот, пипец, вот пистолет. Просто взять пистолет, да? Понадите у него урона. Ладно. Бля, я не знаю насчет базуки. Пускай остается, ладно. Штурмовые винтовки. Так. Так, хорошо, где, с кем я еще должен там поговорить? Только этих телохранительниц нету. Ой, опаньки, забыл поставить на доску ее фишку. Бац! Похоже, у девочки проблемы. Я бью ее первым удар. Я заговорил с ней. От лица своего персонажа. Здравствуй, мадам. А в чем дело? Королева пропала. Она нашла в лес, чтобы вернуть цвет миру. Так, куда она пошла? Она так пробормотала что-то про древо жизни и снесла проклятие. Наверное, к нему нужно идти. Итак, ваша часть это приносит вас следующее отправление в лес и помочь Леоноре. Так, блин, ну все равно нужно как-то немного. Добро пожаловать в убежище огненного камня. Не, нужно все-таки локации пробежать, так чтобы, знаете, потом не теряться. Где что? Где что? Так, хижина характеристик. Здравствуйте. Мужик банка, внутри которого сидит жук. Сэр Реджинальд фон Бартитол. Это помните, когда мы собирали этих жука? Вот оно что оказывается. Бейкинг Порс. Ну-ка, что тут еще есть? Здесь что-то мне не пропадает. Темный участок. Странно. Диджей. Житель убежища. Житель убежища. А вообще-то никого нельзя выходить в лес с тех пор, как в мире прошла тьма. На противника противится тюфяк. Так. Чук-чук. У нас еще тут есть. Так, уличная верфь. Я принимаю только кристаллы из Серафимов. Убей Серафима Стража, Искатель Хранящий, и тогда мы поговорим.
Что за серафимы? Что за камни серафимов? Мы его раньше встречали, но... Я не понимаю, о каких он камнях говорит. Даже если так, где их можно найти? Тоже для меня такая загадка. Где найти то, что ты не можешь найти? Странно. Странно. Все это. Поговорите с приватником. Где мне найти этого приватника? А ну можно? Могу я на веселку залезть? Покататься? Походу не могу. Воу. А почему только на меня? Почему только на меня нападают? Почему они вообще в безопасной зоне находятся? Видели, как бочки взрывные выглядят? Как обычные бочки. Не железные бочки, а такие бочки. Так, я вижу врата. Да, туда-сюда уже патронов нету. И мне даже не дают патроны на то, что мне нужно. Доволен. Да, королева пропала, пошла в лес. Идите туда в одиночную, опасно, так что буду вас сопровождать. Одну секундочку. Оп, упс, это меня. Важный звонок. Тина слушает. Это мистер Турк! Тина, возьми меня в игру! Ладно, превратный становится мистер Турк. Уу, фэнтези! Значит, я превратник? А в таком случае вы должны доказать мне свою безбашенность. Первое задание. Взорвите разведывательные дирижабли с помощью огненного оружия. Почему? Потому! Окей. А они разве не наши? Э? Так, заперто. Вы так цели будете. Так, а у нас есть огненное оружие? У нас только базука есть. О, а нет, есть, хорошо. Кажись, не то. Кажись, не то, и я не знаю, что делать тогда. Ладно, побежали. В ту сторону, посмотрим, где там. Ну там, в принципе, я видел, где можно этот рычаг потянуть. А туда я просто не могу попасть. Из-за того, что там... Что там? Из-за того, что там... Что там? Там. Круто. Плюс смерть. Минус 100к. Здесь ничего нету. Я что не понял. Ну, там веревка, да, окей. И что мне с ней делать? Что-то я не врубился. А, да. Я-ха-ха! Серьезно? Там тоже был? Окей.
Нифига себе взрывчик. Нам. На какое расстояние должен стоять? Там она, алло. Попадись. Наконец-то. Мы уничтожили державу, и теперь мистер жители не смогут заметить приближение врагов. Фэнтези! Так, в безбашенное задание номер 2. Иди в город... в городские таверны. Добраться до городской таверны. Окей. Ну, блин. В принципе, я с сиреной согласен. Камон. Это же сторожевые, считайте, башни и города. Мы взяли их и уничтожили. Теперь они точно ни хера сделать не смогут. Когда враги придут. Но в этом городе нет таверны. Так, вы в таверне. Мокси. Грот и Чувихи. Ой, Риди, здрасте. У хозяина таверны проблемы. Поговорите с ней. Эй, детка, у меня член как у монстра из хранилища. Что его так же сложно найти, у меня тоже слишком... Да, он так и сказал. Так, и здесь он. Странно, что ты не оранжевая, Мокси. Ведь у тебя легендарное тело. А еще что скажет? Да я хочу еще послушать его. Эй, детка, у меня член как у монстра-хранилища. Ууу, тут за Иридией, ну смотрите, здесь же крошка Тина, тут вообще что новенькое. Можно будет сыграть потом. Привет, искатель приключений. Нам пора закрываться, но эти идиоты не понимают намеков. Можешь выбросить их отсюда. Можешь действовать жестко, я не против. Странно, твоя мама. Ты чё, хуя? Вы приключенцы прямо как школа летом. Не можете показать класс. Всё? Спасибо, солнышко. Ой, перестаньте. Ладно, извини, я больше не буду говорить гадости, честное слово. Сука. Так нельзя. Догони его. Врежь ему так, чтобы он взорвался. Ударьте выпившего с такой силой, чтобы он взорвался. Давайте на сокращение пути побежим. Срезать будем, да? Он уходит! А, Тина, что за бред? Так, портит тебе всю игру. А мне нравится. Отлично. Тебе хватает безбашенности, чтобы выжить в лесу. А разовлечь... Чего? 10 тыкв? А когда я успел раздавить тыквы? А ну-ка. Сокрушитель тыкв. Давайте я тыквы поуничтожаю, которые увижу. Так, я вот там помню, тыква была. Или не было ее тут? А я думал, она была здесь. Ну ладно. Блин, ну в принципе время. Давайте, наверное, на этом закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.